Что касается здравоохранения, за последние 4 года мы ввели в строй 4 больницы, 3 поликлиники, медицинский центр Ждановичах, Минский городской онкологический диспансер, подстанцию скорой медицинской помощи, я не буду это все перечислять. Экспорт медицинских услуг исчисляется десятками миллионов долларов США. Мы, как и многие развитые государства, Америка, европейские государства, Израиль, начали лечить иностранцев. О чем это говорит? О том, что наше здравоохранение в большинстве своем продвинуто и востребовано.